Рыбакит, папа рисует. Ребят, привет! Меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит, а мы делаем субботник на Gamma Rush, так что приходите к нам по субботам. Сегодня субботник, мы будем делать вот такие штуки. Я нарисовал, это я, а это штуки, это украшения, такие подделки из бумаги и степлера. Что-то будем рисовать и такие шарики, ну, такие вот будем вешать. Для работы понадобится лист бумаги, просто один лист бумаги нам достаточно. Вот такой вот, один белый лист. Я взял поплотнее, если у тебя есть картон или цветная бумага, вообще, в принципе, обычная цветная бумага вполне достаточно. И здесь немножко, как бы, наверное, родители должны все все-таки помочь. Мы рисуем карандашом, отделяем лист, вот один кусочек. Я его отделю так посерединке, чтобы тебе было видно. Ну, ты, в принципе, можешь здесь внизу отделять. Я вот так делаю. Вот такой у меня будет мой шарик. Первый вот такой. Он небольшой будет, совсем невысокий. Высота у него будет такая, но это достаточно много. А это будет его крепилка. Я это делаю карандашом, чтобы все было понятно. Рисовать мы будем сегодня масляными мелками. Я это называю масляным пастель. Но, в принципе, это масляные мелки. Классная штука. Вот так я ее делаю. Раз. И все готово. Так, у меня есть одни. Я здесь положу. И будем рисовать в самом начале какую-то снежинку. Еще для работы понадобятся ножницы и степлер. Он здесь лежит с самого начала, потому что мы будем скреплять. Если хочешь, склей. Я люблю степлером пользоваться. Рисуем снежинку просто. И я возьму синенький, голубой. Наверное, возьму. Я хочу ее с глазками и радостную сделать. Может быть, две, потому что две влезают снежинки на один крутилку. Так я называю. На одну крутилку две снежинки. Да. Так, как это сделать? Снежинки лучше сделать по разным сторонам. Например, одна здесь, другая здесь. Как я рисую снежинки? Я рисую так, такой вот овальчик. Такую длинную сосиску. А теперь пририсовываю к этой сосиске две слева и две справа. По сути, это буква Ж. Можно их соединить, закрасить. И вот одна снежинка готова. Она такая у нас простая. Голубая снежиночка. Еще узорчиков добавим. Ну, синеньким добавим узорчиков. К примеру, обведем ее синеньким. Вот так вот синеньким. Единая будет такая снежиночка. И черненьким нарисуем глазки. Мне нравится, когда у нас улыбается наша моя снежинка улыбается. Мне это вдвойне нравится. Так, раз. И улыбается. Такая сначала большие глазки, а потом улыбочка. Вот такая снежинка. Можно нарисовать еще маленькие штучки для нее. Вот такие вот. Ту-ду-ту-ду-ту-ду. Первая снежинка готова. Вторая снежинка. Я ее подумал сначала тоже голубым сделать. Теперь я делаю ее желтым. Мне нравится желтый цвет. И может быть снежинка. А может быть даже не снежинка... А, к примеру, месяц. Месяц тоже бывает луна. И зимой тоже она бывает. И можем месяц здесь сделать. Ну, и потом Новый год. Он у нас ночь празднуется. И ночь перед Рождеством всякое такое есть. Я думаю, месяц подойдет тоже. Здорово. Можно его нарисовать. Желтеньким и оранжевым обведем, чтобы он яркий был. А также нарисуем ему улыбочку. Улыбочку только очень простую. Он будет такой. Ти-ри-рин, ти-ри-рин, ти-ри-рин. Такой вот месяц. Это пробный рисунок, разминка, всегда она простая, да и все рисунки остальные тоже будут простые. Теперь используем ножницы. Отрезаем по линии, очень легко. Это прям, если ты чувствуешь, что тебе сложно, то позови маму. Мама тебе поможет, ну, всегда просто поможет. Я уверен, это самый твой лучший друг и помощник. А если ты уже крепкий, а я думаю, это полезно, мамам понимать, что все-таки немножко иногда стоит ребятам доверять, и они справятся. Тем более, есть такие детские ножницы, которые не очень сильно режутся и, в принципе, полезны для развития. Вот так вот мы снежинку сгибаем. Сейчас я еще раз покажу. Это довольно сложно с первого раза, но, в принципе, это не сложно потом будет. И мы такие будем делать. У меня плотная бумага прям получилась. Такая вот штучка. Здесь ставим вот так вот эту штуку. И получается такая снежинка. Будем скреплять степлером. Я степлер взял, потому что он супер просто скрепляет. Не надо ни стараться, ни клеить, ни ждать, когда высохнет. Берем степлер. Внизу сначала, в нижней части. Раз. И она уже держится. Все, уже не развалится. Теперь верхнюю часть сразу с ручкой прикрепляем. Такие штуки я буду объяснять несколько раз сегодня. С ручкой прикрепляем вот так вот. Вставляем. Бах, все готово. Теперь загибаем сюда, поворачиваем. И вторая штука тоже прикрепляем. Нужно ее внутрь засунуть, чтобы она более красивая была. Хотя я и наружу могу засунуть тоже.
это не столь важно. Вот такая у нас первая игрушка получилась. Снежинка и месяц. Супер просто. Разминочная штука. Дальше вот то же самое будем делать. Только снежинки будут побольше, поменьше. Дед Морозы будут разные. И будем рисовать, экспериментировать. А новогодняя игрушка, я ее буду называть. Так, можно ее убрать вот так вот листик. Хорошо тогда будет видно. Такая вот игрушка. Добрый день, вы уточните. Пишут мне, да. Вот такая штучка. Плохая связь, пишет. Ну, сейчас я попробую исправить. Надеюсь, что сейчас у меня все получится со связью. Если у меня проблемы со связью, я сейчас тогда перезагружу наш стрим и попробую еще раз зайти. Но я думаю, что получилось здорово. Это первая разминка. Ребят, кто смотрит на Ютубе, тот приходите в Инстаграм. Легко найти Гамма Раша. И там мы такие субботники делаем каждый раз. И у нас вот такие штуки получаются. Ставлю на паузу и продолжаем. Будут сегодня все-все любимые наши новогодние штукенцы. Они все будут. И все они нам очень понравится. Я уверен, что они вам понравятся, и это будет прям здорово нарисовать их всех и сделать такие поделки. Ну,